молитва у нас сегодня прекрасная, равноапостольному князю Владимиру, конечно же. Ко святому равноапостольному великому князю Владимиру с умилением сердец и надеждой помолимся. О великий угодничий Божий, богоизбранный и богопрославленный равноапостольный княже Владимире, ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во единого истинного триипостасного Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом божественной веры и благочестия всю страну русскую. Славящий уба и благодарящий премилосердного Творца и Спасителя нашего, славим, благодарим Тя и просветителю наш и Отче, яко Тобою познахом спасительную веру Христову и крестихомся во имя Пресвятые и Пребожественной Троицы, тою верою избавихомся от праведного осуждения Божия, вечного рабства дьявола и адового мучительства, тою верою восприяхом благодать в сыновление Богу и надежду наследования небесного блаженства. Ты еси первый вождь нас к начальнику и совершителю нашего вечного спасения, Господу Иисусу Христу. Ты еси теплый молитвенник и ходатай о стране русской, о воинстве и о всех людях. Не может язык наш изобразить и величие, и высоту благодеяний Тобой излиянных на землю нашу, отцев и праотец наших, и на нас недостойных. О всеблагие Отче и просветителю наш, призри на немощи наши и умоли премилосердного Царя Небесного, да не прогневается на ны зело, яко по немощам нашим по вся дни согрешаем, да не погибнут, да не погубит нас с беззакониями нашими, но да помилует и спасет нас по милости своей. Да всадит в сердца на наше спасительный страх свой, да просветит своей благодатью ум наш, воеже разумейте нам пути Господни. Оставите стези нечести и заблуждений, тщайтесь же во стезях спасения и истины, неуклонного исполнения заповедей Божиих и уставов Святой Церкви. Моли, благосерди, человеколюбцы Господа, да пробавит нам великую милость свою, да избавит нас от нашествий иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глады, смертоносных болезней и от всякого зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да даст пастырям ревность о спасении посомых, всем же людям с поспешения, а еже усердно службы своя исправляйте, любовь между собою и единомыслие имейте, на благо же Отечества русского и Святой Церкви верне подвязайтесь, да воссияет свет спасительной веры в стране нашей во всех концах ея, да упразднятся вся ереси и расколы, да так опоживши в мире на земле, сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалящий и превозносящий Бога во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо большое, отец Игорь.